В вузах Твери завершается приемная кампания этого года. Однако у абитуриентов еще есть время на то, чтобы подать документы в выбранное учебное заведение. К примеру, большой популярностью поступающих традиционно пользуется Тверской филиал Московского гуманитарно-экономического университета. Подготовка студентов здесь осуществляется по четырем направлениям – экономика, юриспруденция, менеджмент и психология. Сегодня в стенах тверского филиала МГУ обучается около тысячи человек. Подготовка студентов идет по четырем направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент и психология. В преподавательском составе специалисты, имеющие ученую степень и постоянно работающие над повышением квалификации. Мы классический вуз, мы используем классические образовательные технологии, лекции, семинары, практические занятия лабораторные, но тем не менее и используем современные э, тенденции. В университете есть компьютерные классы, библиотека с информационным центром, зал для импровизированных судебных заседаний, тренажерный зал и экспертно-криминалистическая лаборатория. Обучение идет по трем форумам – очной, заочной и очно-заочной. Поступление в Тверской филиал Московского гуманитарно-экономического университета осуществляется по результатам ЕГЭ. Наиболее популярными направлениями сейчас пользуется у нас юриспруденция, на втором месте психология, также востребован менеджмент и экономика. Подать документы можно в приемную комиссию вуза по адресу улица Дмитрия Донского, дом 37.